И сегодня, 26 августа, авиационная группа высшего пилотажа военно-воздушных сил России «Стрижи» вылетела из Чебоксар на свою авиабазу в Кубинку. Летчики провели в Чебоксарах несколько дней. Они встречались со школьниками, знакомили ребят с устройством самих самолетов. Много рассказывали о своей профессии и репетировали, чтобы 24 августа показать в небе поистине головокружительное представление. Рев моторов, реакция зрителей, уровень шума зашкаливал. В воздушных пируэтах и кульбитах могут только профессионалы, но дело не в названиях пилотажных фигур. У жителей столицы была редкая возможность увидеть потрясающий праздник в небе, и группа летчиков это сделала. Стрижи прилетали к нам в третий раз и обещали вернуться. Сегодня они попрощались с городом, взмахнув семью парами крыльев.